И даже если нет сил, подруга не зовет, не растет трава. Смотри, какой вокруг мир, он ждет едва едва. Всем привет! Я летчик-космонавт Александр Мисуркин. И это наш 87-й выпуск совместного проекта с Музеем космонавтики в Москве «Космос не ждет». Сегодня в нашем выпуске возвращение поврежденного Союза МС-22, огневые испытания первой ступени Super Heavy компании SpaceX, разработка зондов для исследования магнитосферы Марса и многое другое. Хотите узнать больше? Поехали! Февраля 1986 года с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Протон-К» был запущен базовый блок станции «Мир». Впервые орбитальная станция создавалась по модульному принципу. Ее можно было собирать по частям и сделать очень большой, раз за разом присоединяя к ней новые модули. Разрабатывал и изготавливал базовый блок станции Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева. А техническое задание готовила ракетно-космическая корпорация «Энергия», которую возглавлял академик Валентин Петрович Глушко. Всего над проектом в разные годы работали около 280 предприятий страны. Уже в 1987 году к базовому блоку был пристыкован научный модуль «Квант», который предназначался для астрофизических наблюдений. К 1996 году к станции добавилось еще 5 модулей – научные «Квант-2», «Кристалл», «Спектр» и «Природа», а также стыковочный отсек для прибывающих на станцию кораблей Space Shuttle. Увидеть макет станции в ее полной конфигурации вы можете в Музее космонавтики. А теперь о космических новостях за прошедшие 2 недели. Мы продолжаем следить за событиями, которые происходят на околоземной орбите, на борту Международной космической станции. И об этом первая новость. Напомню, что 15 декабря произошла разгерметизация системы терморегулирования корабля «Союз МС-22». После анализа ситуации было принято решение спустить его в беспилотном режиме, а экипаж вернуть на «Союзе МС-23», который изначально планировался отправить к МКС в середине марта в следующей экспедиции. И вот 24 февраля «Союз МС-23» был выведен на орбиту и спустя 2 суток успешно пристыковался к МКС в беспилотном режиме. Но прежде чем на Землю вернутся Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Фрэнк Рубио, корабль проведет на орбите 215 суток. Возвращение экипажа ожидается 27 сентября. В этом случае они суммарно проведут на станции более 370 суток и установят новый рекорд в истории МКС. Поврежденный «Союз» будет готов к возвращению, когда завершатся все работы по переносу ложементов, скафандров в «Союз МС-23», и он превратится в полноценный спасательный корабль. Предварительная дата расстыковки «Союза МС-22» – 28 марта. Отмечу также, что возвращение корабля на Землю пройдет по ускоренной программе. На корабле во время спуска будут более напряженные тепловые режимы. Специалисты будут отслеживать, как ведут себя системы, как распределяются температуры. Компания SpaceX провела огневые испытания первой ступени Super Heavy в рамках подготовки к предстоящему орбитальному запуску корабля Starship. Специалисты протестировали одновременную работу 31 ракетного двигателя Raptor из 33 установленных. Переходим ко второй новости. По словам основателя компании Илона Маска, команда инженеров была вынуждена отключить один из двигателей непосредственно перед запуском. И еще один выключился сам во время теста. Таким образом, всего в прожиге участвовал 31 двигатель из 33. Маск уточнил, что такого числа работающих двигателей должно быть достаточно для успешного достижения орбиты. По словам главного операционного директора компании Гвин Шотуэлл, SpaceX надеется провести первый запуск ракеты уже в марте.
Предполагается, что в многоразовом варианте Starship сможет доставлять 150 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 250 тонн в полностью расходуемом варианте без возвращения компонентов на Землю. Команда межпланетной станции «Люси» нашла для нее 12-й по счету целевой астероид, что стало абсолютным рекордом для автоматических станций. Наша третья новость. «Люси» отправилась в космос в октябре 2021 года и стала первым аппаратом, предназначенным для исследования троянских астероидов Юпитера. Станция будет изучать астероиды при помощи камер и спектрометров с пролетной траектории и впервые в истории получать снимки поверхности троянцев. Первоначально список целевых астероидов содержал 9 тел. В 2020-м список пополнился спутником астероида Эврибат, а в прошлом году спутником астероида Полимела. И вот снова пополнение. На этот раз астероид 1999 VD57. Он обладает диаметром 700 метров и станет самым маленьким астероидом главного пояса, которого достигал космический аппарат. 1 ноября «Люси» пролетит мимо него на расстоянии 450 километров и получит снимки поверхности астероида. Роскосмос назначил новую дату запуска российской лунной автоматической станции «Луна-25». 13 июля 2023 года. Новость номер 4. Первоначально старт с космодрома «Восточный» планировался на октябрь 2021 года. В целом станция была готова к запуску в октябре 2021, но дату старта неоднократно переносили. В последний раз это было связано с несоответствием прибора измерителя скорости и дальности требованиям техзадания. В декабре прошлого года эта проблема была решена. Предполагается, что новая российская станция совершит посадку в районе Южного полюса Луны у кратера Богуславский и будет заниматься исследованиями ее поверхности и экзосферы. НАСА поручила запуск в космос двух марсианских исследовательских зондов «Эскапейд», создаваемых частной компанией Rocket Lab, другой частной компании Blue Origin. В качестве ракеты-носителя выбрана будущая тяжелая ракета New Glenn. Переходим к пятой новости. Компания Rocket Lab и лаборатория космических наук Калифорнийского университета ведут разработку двух одинаковых космических аппаратов типа «Фотон», которые будут оснащены магнитометрами, анализаторами заряженных частиц и зондами Ленгмюра. Цель миссии — исследование магнитосферы Марса с двух разных орбит в течение одного года. Аппараты будут измерять динамику параметров магнитного поля планеты, плазмы и заряженных частиц в магнитосфере, а также поток солнечного ультрафиолетового излучения. Старт намечен на конец 2024 года с 236-й площадки на базе космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Полет к Марсу у зонда займет 11 месяцев. И еще немного о Марсе. Станция «Аль-Амаль» перешла на новую орбиту, получив возможность совершать сближение с одним из спутников Марса. Аппарат займется съемкой Деймоса и изучением состава и структуры его поверхности. И это наша новость номер 6. «Аль-Амаль» работает на орбите вокруг Марса уже более 2 лет. Это первая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов. До недавнего времени она находилась на эллиптической орбите с высотой от 22 тысяч до 44 тысяч километров. Теперь она перешла на новую научную орбиту с параметрами 20 тысяч на 43 тысячи километров. Теперь станция будет проводить съемку поверхности Деймоса и исследовать состав и распределение по размерам частиц реголита. Собранные данные помогут разобраться в до сих пор нерешенной проблеме происхождения спутников Марса, которые могут иметь общего предка. Европейское космическое агентство успешно завершило электромагнитные испытания космической обсерватории «Евклид».
Ее запуск в космос должен состояться летом, а научная программа рассчитана на 6 лет. Завершаем дайджест новостью номер 7. Обсерватория оснащена трехзеркальным телескопом Корша, а также двумя научными приборами для наблюдения в оптическом и инфракрасном диапазонах. Она будет исследовать далекие галактики и скопления галактик, измеряя расстояние до них и определяя их параметры. Это позволит построить трехмерную карту распределения галактик во Вселенной, оценить распределение темной и барионной материи и скорость расширения Вселенной. Запуск Евклида в космос при помощи ракеты-носителя Falcon 9 намечен на июль текущего года, после чего обсерватория месяц будет лететь к рабочей орбите вокруг точки Лагранжа L2 в системе Солнце-Земля. Как видите, друзья, космоса в нашей жизни становится все больше и больше. Смотрите, вдохновляйтесь и делайте лучше. С вами был летчик-космонавт Александр Мисуркин. До встречи! Космос не ждет!